Приветствую всех! Как вы знаете, сейчас на торговых площадках вовсю используются боты. Трейдеры уже не справляются с огромным потоком данных, поэтому привлекают для своей работы и ботов. Но не все они действительно способны помочь, а только единицы. Вот про одного такого эффективного торгового бота и пойдет речь в сегодняшнем обзоре. Представляю, Deep Trader Bot. Это торговый бот, играющий на разнице в цене электронных активов на множестве платформ и извлекающий максимальный доход из изменений их стоимости на криптовалютном рынке. Этот торговый робот основан на нейронных сетях, облачных технологиях и блокчейне. Каковы его уникальные особенности? Чтобы извлечь наиболее максимальную прибыль, торговый бот постоянно проводит анализ всех изменений в курсе ведущих криптовалют на самых крупных криптовалютных платформах. Используя алгоритмы нейронных сетей, бот выбирает самую прибыльную комбинацию на тот момент, когда совершается сделка. Все сделки совершаются практически мгновенно, так как торговые сигналы получаются прямо с сервера, и искусственный интеллект торгового бота обеспечивает получение сигнала сразу с сервера. Используя торгового бота, можно экономить на комиссионных сборах и получать прибыль по максимуму. Причем, как указывают разработчики, занимаясь арбитражной торговлей, не надо будет платить за перевод криптовалют и фиатов с одной торговой платформы на другую. Не надо ожидать зачисления средств и подтверждения выводов. Робот на площадке имеет несколько торговых режимов, и каждый из них дает возможность не просто сохранить депозит, но и многократно его увеличить. И не имеет особого значения текущая ситуация на криптовалютном рынке. Режим высококачественной торговли. Бот собирает изменения ордербука, проводит оценку движения стоимости валют вверх или вниз. Есть и арбитражная торговля. Данная модель самая простая, и если будете использовать ее, то она может принести доход до 15%. Также она обеспечивает дополнительную страховку, если по другим стратегиям прибыльность ниже среднего показателя. Доступна и алгоритмическая торговля на основе технических индикаторов. Есть торговля по фундаментальному анализу. Она учитывает новости, которые проходят по ресурсам, связанным с криптовалютами. Бот использует искусственный интеллект, проводит анализ множества комментариев и сообщений торговых площадок, бирж, аналитиков, которые своими высказываниями формируют новостной фонд. В свою очередь, бот, проанализировав огромный объем информации, решает, куда может двинуться курс валюты. Какие преимущества у торгового бота? Я могу выделить несколько основных. Проект дает возможность страховать риски на торговых сделках, обеспечивает комплексный подход торговли, и комиссии у них небольшие. За счет того, что бот использует все свои мощности по максимуму, ему удается генерировать доход даже в том случае, если на рынках фиксируется сильная волатильность и колебания курсов валют. К особенностям торговых ботов, которые предлагаются в проекте, в аренду можно отнести то, что они используют вычислительные мощности нейронной сети в максимальной степени. Нейросети считывают и анализируют исходные данные, которые получены, предоставляя боту возможность извлекать прибыль при торговле криптовалютными парами. Разработчики вывели особый параметр, который получил обозначение NeuroFlops, сокращенно NFS. Он отражает, насколько эффективен тот или иной бот, который предлагается к аренде. Чтобы познакомиться с платформой, предлагается мини-бот 5NFS. Данный бот предлагается без арендной платы. Он дает возможность протестировать систему, не тратя средства. Тем трейдерам, которые обладают опытом работы, предлагается стандарт-бот 10NFS. Когда жизненный цикл бота завершится, трейдер может использовать Pro-бот 15NFS. После окончания его цикла, трейдер может арендовать самую крутую версию бота Net Premium 40NFS и использовать всю мощь нейронной сети, чтобы получать стабильный доход. Да, для тех, кто только начинает заниматься трейдингом, рекомендую сначала взять в аренду минимальный пакет, чтобы лучше узнать, как работает вся система. Потом уже можете переходить на другой пакет. Чтобы начать торговать
Надо пополнить баланс личного кабинета, перейти в раздел «Арендовать бота», выбрать слоты для аренды и арендовать бота. Когда заявка обработана, бот будет доступен на торговой панели. Когда пополните торговый баланс бота, он сразу приступает к работе. Когда срок аренды подойдет к концу, торговый баланс переведут автоматически на ваш счет в платформе, и слот станет доступен для повторной аренды. В начале следующего года будет запущен внутренний кошелек, в котором можно безопасно хранить криптовалюты, проводить внутренние переводы без комиссионных сборов. Также запустят инструмент внутреннего обмена. Его главная функция будет состоять в том, чтобы предоставить пользователям возможность покупать, продавать и обменивать криптовалюты. Считаю, что эта площадка дает прекрасную возможность для получения пассивного дохода. Если торговые боты могут так эффективно вести сделки, так почему не использоваться их возможности? А теперь главная фишка проекта. Черная пятница начинается прямо сейчас, и в честь этого дня все боты, даже боты, включая Net Premium 40 NFS, доступны в аренду всем желающим без ограничений в течение 2 недель. Но и это еще не все, предлагает площадка. Биржа DeepTraderBot начала работу в режиме публичного бета-тестирования и будет доступна для всех трейдеров DeepTraderBot. Если не хотите упустить уникальный шанс прокачать торговых ботов бесплатно, тогда не медлите, подключайтесь к платформе, устройте черную пятницу на биржах, получайте максимальную прибыль, выкачивайте все монеты с площадок. А с вами был канал CryptoXBot, благодарю за внимание, оставляйте свои вопросы в комментариях, до новых встреч!